Ульяновские каратисты стали победителями первенства Приволжского федерального округа. Соревнования проходили в Республике Башкортостан и собрали сильнейших спортсменов в разных весовых категориях. Подробности в репортаже Ирины Шмыговой. Восемнадцатилетний Никита Маняков отправил оппонента в нокдаун. После него можно продолжать бой, но так называемый удар ножницами в падении не оставил сопернику шансов. Соперник был опытный, был лет на 10 старше меня примерно. Опытный, хороший, но в итоге я смог одержать победу и стал чемпионом ПФО. Ульяновские каратисты – одни из лучших в своем деле. Уже четвертый год подряд команда нашего региона занимает первое место. Но в этом году мы немного понервничали, так как наша команда была представлена в составе 43 человек. Другие регионы выставляли команды порядка 80-90 человек. Но несмотря на все это, мы заняли общее командное первое место. Перед соревнованиями жесткий отбор. Представляют регион самые достойные спортсмены. В финале первенства вновь встретились две ульяновские каратистки. Мы лучше подруги. Но на татами мы соперники, а выходим с татами мы друзья. То есть то, что происходит на татами, это соревнование. Теперь ульяновским каратистам предстоит отстоять звание победителей и представить наш регион на первенстве России в октябре этого года. Ирина Шмыгова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск.